Я был горд больше, чем надо, и был слабее, чем обстоятельства. Я сам вручал себе любые награды, не выполняя данные мной обязательства. Я бросал людей себе под ноги и сам не раз в грязь падал. Был даже тем, кто совершает подвиги, для одних герой, для других падаль. Простите меня, если сможете, мне за мои дела достанется. Когда на груди крестом руки сложите, для этого времени не останется. Ты говоришь, что лучше, чем я, но не прожил бы жизнь свою снова. А я бы прожил, потому что одна она у меня. Все, это мое последнее слово. Гниозус, озус, озус, лобус.
очнулся рано утром, я увидел небо в открытую дверь. Это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить. Я буду жить еще один день. Я не смертельно болен, но я в лазарете здесь.
Судьба обошлась со мной по-скотски. Надо было идти по стопам отцовским. Дослужился б до высокого титула, и жена бы даже и не пикала. Она вела бы себя по сдержанней, не обвиняла в отсутствии стержня. Но я работаю менеджером клининга, и хуже этого, наверное, только раковая клиника. Скажем так, работа не из престижных. Я среди отщепенцев жизнью престыженных, скажем прямо, судьбой побущенных, для которых суицид, пожалуй, самый лучший выход. Фортуна их отправила драть параши. Безусловно, их жизнь сущая ад по-вашему. Они оскорбляют ваши чувства, само их существование уже кощунство. Когда в школе на 10 лет выпуска, передо мной одноклассница выросла. Ныне директор спа-салона, в подростковых мечтах, но не раз целована. Она спросила мой род занятий, а я правду почему-то не смог сказать ей. Стал придумывать шутку поуместнее, но она ушла, потеряв интерес ко мне. Я впервые почувствовал, что хоть убей, верить не хочу словам. Мол, бедность не порок, и главное, чтобы человек был хорошим. Идите вы в жопу, это утешение для слабых. Жалеть меня никто не имеет права. Хочешь презирать, презирай открыто. Псевдодружелюбие — это пытка. Кстати, жене оно не знакомо. Сочувствие в нашем доме вне закона. Активно проповедуется гнев и ярость. Приличия заброшены на верхний ярус. Дома не чувствую себя дома. Здесь все провоцирует раскаты грома. Я стараюсь сидеть в углу тихонько, до одури боясь разбудить ребенка. Эта статья отдельная, прав на него не имею я. Не знаю, но как-то все решили сразу, что в комнату сына мне путь заказан. Я 100 раз говорил им, что это абсурд, запрещать видеть сына родному отцу. Но ответом не служат свирепые тещины корчи. Она опасается сглаза и порчи, считает меня колдуном. Вся наша семья под ее каблуком. Жена не решается с нею спорить. Сломать нашу жизнь ей ничего не стоит. Вечно угрожает продажей хаты, типа на лечение денег надо. В легкую пустит по миру, она родную дочь ей похеру. Эх, кому отвести бы душу? Я давно забыл, что такое дружба. Старым приятелям я не нужен. Новых приятелей будто бы мне не нужно. Не скучно я вроде, не знаю, что так. У себя на работе я странный чудак. Для соседей я безвольный лапоть. Самое время залазить в трюмо и плакать. Я поддался грусти, хныкал, поджидая, когда отпустит. Губы поджимая, мечтал о мести. Всякому желая на моем оказаться месте. Моя жизнь потерпела крах. Фортуна отвернулась, предварительно трахнув. Впереди я чую лишь страх и боль. И жалобно кричу, я не в силах совладать с собой. Но однажды утром что-то во мне перевернулось, как будто еще вчера мне было невдомек. Но сейчас я понял, в этом мой конек. И так я жалкий и серый, но я решил, мне не нужны полумеры. Я стану ничтожным самым, и пусть отовсюду гонят тряпками санными. Я перестану белье менять, плюс теперь под душем не найдешь меня. Говорить буду невнятно и вкрадчиво. Потому что неприятно, если... Чего? За тещей ванной робко подглядывать. За шкафом водку припрятывать. Трехлетнего Вовку в сердцах пинать. А жене шептать неловко, я нечаянно как. Буду отвратителен, будто вож. С собой испохаблю любой пейзаж. Детей рядом со мной бросает дрожь. Взрослые при встрече метают фарш. Мне будущее радужным видится. Все потому, что мне есть куда двигаться. Просто ничтожеством я уже стал. Но моя цель стать нано-ничтожеством. We'll be right back.